После первых погружений был удивлен высокой прозрачности океана, большим камням на дне и отсутствию рыбы. А ведь Константин нас предупредил, что на ужин будем есть то, что сами подстрелим. Приближался вечер, ну а рыбы на ужин так и не было. Перейдя на восточную сторону острова, мы продолжили подводную охоту.
Как, Валера, день прошел? А? Хорошо. А то я на одну уже не слышу. Понравилось, да? Нормально. Ну, об этом мечтал, когда сюда ехал? Планировал так провести? А я, кстати, примерно, да. Отлично, отлично. А вы на пляж ездили? Позагорали, да? А ты в очках была, да? Да, в очках. Все такие, говорю, где они, папа, это вон вся рыба, они куда-то уплыли. Кто-то же говорит, она не это. Сергей, как прошел день? Замечательно. Понравилось? Да. Опыт большой, на какой глубине был? В глубине вообще три раза разныривался, а все остальное взял сверху. 5 штук взял сверху. Не, ну максимальная глубина сегодня какая была у тебя? Да никакой глубины не было. Ну ты говорил, 11 метров ты покорял. Да это там покорял. Ну я за целый день спрашиваю. Помириться, да? Нет. Сесть прямо на меня. Константин, крупные были? Ничего не видел такого, чтобы можно было снять. О, одна большая. Ну парочку, тривалик подстрелил. Не понял. Вот это. Ну, ребята, ну что, ё-моё, зачем вы эту самую куклу-то? Мы ничего с ней делали, выбрасываете ее нафиг. Не-не, наоборот, сюда я хотел поставить. Сверху так, чтобы... Давай, да. Пиво помню. Там лайник достаточно. Вот так? Да. Ну, заметьте, вот да, все собрались вообще со всего земного шара сползлись. Просто в одно место непонятно, это Таиланд, да, чем оно тут принято. Так, но при этом, заметьте, все как-то поднимаем, вот поднимаем. Достаточно, вот, что мне нравится, Валя, компания давай, такая вот в одном слое, да, вот как бы. Спасибо. Но нет такого, что одни там лес, другие по дрова, одним там покурить, другим там развлечься как-то. Если человек в интересе, ну вот он, ему что-то интересно, он не бывает плохой сам по себе. Ему некогда заниматься кознями там, какими-то вот там интригами там. А? Да ладно. Сложно. Нет, ну, ты просто далек от этого, ты занимаешься. А это выбрасывать, да, Валер? Ну что тебе заниматься всякой фигней там, или сплетнями? Это правило как-то плохой тон, чтобы взять друга на рыбалку с собой. Да? А, друга, который сочувствующий. Не важно, все равно. Шрахотится хорошо. Да? Ну ладно, не знаю, я не слышал о таком. Короче, давайте выпьем за то, что у нас есть одно общее течение, которое нас собрало со всего земного шара. Так чпок и в одно место. Хорошее благословение. Да. О, шикарный тост, давайте. Давай. Супер. За то, что нас объединило. За интернационал. Русские живут везде. Утром следующего дня мы подошли к южной части острова и со свежими силами продолжили подводную охоту. Сегодня прозрачность была идеальной. С поверхности было видно рыбу на глубине в 20-25 метров. We were always once for the breakaway.
but we're nearing chances to wake the day. They're calling you over, the methods are bolder. We're lost in the time now, reminding ourselves how. За два дня 15 часов подводной охоты. Домой возвращались усталые, но счастливые. За организацию данного похода хочется выразить огромную благодарность нашему капитану и хозяйке яхты Ирине и руководителю группы Константину Белоусову.